Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова на сегодня обстановка по ситуации? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На сегодня, на 26 ноября 2020 года, на территории Республики, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 219 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом 49 являются носителями. Необходимо обратить внимание, что на город Якутск приходится 119 случаев, но это практически половина всех случаев, и такая цифра, она у нас, в принципе, в этих, это количество держится в городе Якутске уже порядка двух недель. Необходимо обратить внимание на сегодняшние ситуации, которые возникают в Вилюйском, Нерюнгринском и Алекминском районе, в которых зарегистрировано большее количество случаев, чем в иных районах. И, соответственно, под особый контроль особенно взят Нерюнгринский район, в котором на настоящий момент направлена бригада Министерства здравоохранения Республики для оказания помощи Центральной районной больнице в организации именно оказание помощи на территории Нерюнгринского района. На настоящий момент в горном районе находится вместе с методической помощью министра здравоохранения Республики. На сегодня мы рассматриваем горный район как один из стабильных с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации. Однако ряд рабочих моментов необходимо обговорить для того, чтобы эта стабильность была более уверенной. Необходимо обратить внимание, что у нас продолжают появляться случаи в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Хангаласских районах. И, соответственно, во всех остальных районах зарегистрировано от 1 до 3 случаев. На сегодня за сутки лабораториями республики обработано 4393 теста на новую коронавирусную инфекцию. Сегодня было принято решение о том, что результаты своих тестов, которые должны быть предоставлены тем гражданам, у которых взят анализ на коронавирусную инфекцию, лаборатории должны выдавать в течение 48 часов. Для быстроты обслуживания, для удобства обслуживания, для того, чтобы не забивать линии, в том числе и медицинских организаций, предлагается получать результаты анализов через облачную поликлинику, вход через которых осуществляется через государственные услуги. На настоящий момент действующая облачная поликлиника является проектом, который с мая месяца привлек уже достаточно большое количество граждан республики, в том числе на оказание помощи медицинской, которая осуществляется более оперативно. Необходимо обратить внимание, что глава республики в ежедневном режиме ведет контроль за мониторит контроль за наличием лекарственных средств в аптеках республики. И на настоящий момент даются, соответственно, оперативные указания для того, чтобы разрешать данную проблему.